Ну, далее выходим на разговор с нашим гостем. Присоединяется к нашему эфиру Николай Маламуш, генерал армии Украины, руководитель службы внешней разведки Украины в 2005-2010 годах. Приветствуем вас в эфире телеканала Freedom. Добрый вечер. Приветствую, слава Украине. Героям слава. Героям слава. Николай Григорьевич, ну, не будем, знаете, в долгий ящик, просто зададим вам вопрос по поводу ситуации в Харьковской области, связанной, конечно, с теми наступательными действиями Российской Федерации, армии оккупационной, да, путинской, соответственно, ну и с теми, как мы понимаем, массированными авиационными, да, атаками на те города, те населенные пункты, которые сейчас находятся, да, у границ Российской Федерации. Ваша оценка того, что происходит сейчас? Ну, эта операция России планировалась давно. Это не стратегическая наступательная операция, это тактическая операция для отвлечения наших сил и средств от Часового Яра, Авдеевского направления, Мариинского. Где-то мы также видим, что активизация пошла на Запорожском. Я так понимаю, что враг ориентируется, что мы будем подтягивать резервы для того, чтобы наносить контрудары по этим горячим точкам, где они пытаются пробиться, например, к Константиновке, Краматорску, Славянску в этом секторе, в других секторах. Поэтому контрудар на этом направлении Харькова – это уже операция по оттягиванию наших сил и средств. Понимаю, что мы часть сил обязательно, как и говорили наши командующие, будем держать в этом секторе. Мы фиксировали усиление группировки до 35-40 тысяч, Харьковское, Сумское направление. Ну и, соответственно, они не могли не начать операцию вживую, потому что тут нужно было реально показать, что они имеют перспективу наступления. Тем более задействовали авиацию, ракетные системы, артиллерию, чтобы это был вал огня. Ну и, конечно, пустили ряд подразделений, включая диверсионные группы, вот, да, и строевые части, для вторжения нашей территории. Вот. Таким способом предполагаю, что мы будем расценивать как стратегическое наступление, будем подтягивать туда новые бригады, возможно, снимая с восточного и южного направления, и тем самым у них перспектива на востоке и юге будет возрастать, так как мы растянем силы и средства на север, и вот в этой ситуации, я так понимаю, планируются более мощные удары по Часовому Яру и намерение продвижения по всей территории Донецкой области, о которой мы только что говорили. Точно так же Авдеевское направление, Мариинское, Угледар, ну и, конечно, Запорожское. Поэтому это, считаю, такая новая стратегия ведения войны, не имея реальных больших успехов на востоке и на юге, пытается создать новый очаг напряжения, растянуть наши силы и средства, создать еще один очаг, как бы, военных операций на тактическом уровне, ну и, конечно, сковать наши резервы, которые мы готовили для контрудару, а, возможно, перспективы для нанесения более мощных ударов по противнику на востоке и на юге. А какие тут могут быть развития ситуации? Вот сегодня, в частности, в Центре противодействия дезинформации говорили о том, что сил на Харьков наступать у врага нет, и особо каких-то больших наступательных действий проводить они не могут. Но, тем не менее, вот эти сейчас попытки прорвать оборону, с чем они, скажем так, как будет дальше развиваться, какие тут возможные сценарии, какие могут быть, скажем так, следующие новости? Они будут усиливать позиции на Харьковском направлении, на границе, я думаю, в Сумском. Потому что понимают, что мы должны будем туда направлять новые бригады, это десятки тысяч, которые активно, они понимают, что мы готовили новые резервы для востока и юга. Поэтому в данной ситуации предполагают то, что мы не сумеем удержать позиции на востоке, если они будут активизироваться на Харьковском и Сумском направлении. Поэтому будут новые атаки, удары. В первую очередь, конечно, авиацией, ракетными средствами и артиллерией, для того, чтобы создавать как бы фон, что идет постоянная как бы подготовка к конкретным наступательным операциям, вот, тактического и стратегического уровня, проводить атаки на формате граница и ближайшие населенные пункты Украины. Конечно, они понимают, что мы в некоторой степени готовы, но и другая ситуация чисто объективная. Мы в любом случае там будем держать новые и старые, подтягивать, возможно, бригады, батальоны, спецподразделения, потому что мы не можем не контролировать этот регион, для того, чтобы враг не зашел на территорию нашего государства, ну и, конечно, не смог развивать наступление ни на Сумы, ни на Харьков. Поэтому в ближайшие дни, думаю, что такие действия будут идти по нарастающей. Попытка заходить на наши территории с разных секторов, не только в этом секторе, где сегодня, будут еще.
чтобы еще дезориентировать нас, еще больше растянуть силы уже на Харьковском и Сумском направлении. Ну и, конечно, параллельно активизация будет на востоке, на юге нашей страны, где задача Путиным лично ставится захватить срочно все ключевые города в Донецкой области, оккупировать окончательно Луганскую, ну и, конечно, продвинуться ближе к Запорожью, захватив Улидар и захватив Работино и ряд населенных пунктов, которые сейчас являются для нас очень рубежными, потому что мы с тех позиций наносим удары по восточному логистическому коридору. Это для них очень сейчас сложно и опасно, потому что поставка вооружения техники для восточно-южного направления очень чрезвычайно важна, так как с Крыма больших уже поставок нет. Мост не работает, паромами много не поставишь. Владимир Григорьевич, спасибо вам большое за разговор, за эту оценку и анализ в эфире телеканала Freedom. Всегда вам рада. Николай Маламуш, генерал армии Украины, руководитель службы разведки, внешней разведки Украины в 2005-2010 годах, был с нами на связи. Делаем сейчас.